Сюрприз в буханке хлеба обнаружила жительница Омска. В продукте, который предназначался для всей семьи, оказалась металлическая скоба. К счастью, никто не пострадал. Делая бутерброды детям в школу, мы его надрезали. И вот увидели вот такое. И мы просто рады, что это не попало ни в челюсть детям, ни в губы не прокололо. А что это все-таки осталось между ножом и доской. И я хочу, чтобы компетентные на то органы это увидели и все-таки занялись этим. И чтобы этого больше не повторилось ни в моей семье, ни в какой другой. В Роспотребнадзоре уже знают о случившемся, здесь готовы принять жалобу. Тем временем пострадавшая незамедлительно отправилась в магазин, где покупала хлеб. Продавцы приняли претензию и согласились взять булку на экспертизу. Свои слова они подтвердили и на камеру, когда съемочная группа приехала разобраться в ситуации. Вы признаете? Конечно, мы ему сразу сказали, пусть приносит. Да, Оля, вчера. А вообще, вот предварительно, на что это может быть похоже? Откуда это могло попасть? А может быть, муку не просеяли. Может быть, откуда-то упало. Вот даже не могу сказать. Мы будем лабораторию отдавать, однозначно.